Продолжаем движение. Москва, Кемерово. 11 серия. Ну, я уже про это место говорил. Говорил в прошлой серии. Ну, нормальное место, можно остановиться на ночевку, на отдых, на привал без проблем. Можете забить координаты и этим местом для привала воспользоваться. Ну, это я что-то там. На внешний жесткий диск, стреляет радаром, какой-то орел стоит, видать, впереди. Ну, это в полном видео можно будет послушать, посмотреть. Так. Уже не помню, что я говорил. Вот. Ну, в общем, место для ночевки, для привала можете без страха выбирать, без опасения. В прошлой серии я уже об этом месте для привала рассказал. Значит, я сейчас двигаюсь в сторону кургана. Двигаюсь в сторону кургана. Так, где мои? Так, вот такие дела. Какие твои дела? Жалуюсь. Сегодня солнце в лицо. Очень хорошо писать видео, размещать видео в реальном времени с оригинальным комментарием. Не нужно вторично просматривать. Так, с левой стороны по ходу движения озеро Могильное, с левой стороны, с правой стороны по ходу движения железная дорога, станция Каясан, Спал.
Ладно. Сейчас я пропущу там немножко, чтобы будет мешать говорить. Движение вполне комфортное. Полотно дороги очень хорошее. Повторю, что в сравнении с прошлыми поездками по этому участку ситуация резко изменилась. Да ё-моё, когда ты очень кончишь болтать уже? Все выглядит очень аппетитно, но я есть не стал. Хотя очень хотелось. Просто опасаюсь за то, что будет жутко. Вот такой же отдых, к сожалению. Ладно, это... Значит, дорога от Челябинска. Так, с левой стороны. Сколько можно болтать уже? С левой стороны по ходу движения поворот будет на Пивкино, населенный пункт Пивкино. И сейчас озеро вроде бы из Алакуль. Округа выскочили, но все равно. И чуть далее, с левой стороны по ходу движения, населенный пункт Петрушина. Временами идут дорожные работы. Поэтому движение идет по одной полосе, регулируется, по-моему, дорожным рабочим. Перевел телефон. Надо же, разговорился, блин. Значит, почитаю сообщения, которые поступили. Значит, Логин Стов пишет: у вас же есть рация, поучите немного дальнобойщиков правилам дорожного движения, как вести себя с регулировщиком. Ему отвечает 11:42 Вадим: они сами кого хочешь получат. С ними лучше не конфликтовать. Стоп отвечает: конечно же, весовые категории неравные. Что я могу по этому поводу сказать? В своем большинстве дальнобойщики, люди мной уважаемые, это на самом деле профессионалы высокого уровня, мужественные ребята, ну, вызывают уважение и восхищение. Но, к сожалению, в семье не без рода, встречаются разные. Вот я даже вот в этом рейсе, в этом маршруте, ну это будет, наверное, следующая или 14-я серия, остановился на привал, недалеко проехав Ишим. Зашел в буфет, в столовую, чтобы перебросить видео на внешний жесткий диск. Через какое-то время, наверное, часа через два, наверное, как я уже перебрасывал видео, блин, убрать надо этого комментатора, задолбал уже.
вовсе, скажем так. Да как же тебя? Мешает, болтает, не дает комментировать. Так вот, через полтора-два, пока сидел, перебрасывал видео, ну, заходит дальнобойщик или бывший груз, как удобно называете. Взял покушать что-то, спросил разрешение и сел за столик, за которым я сидел. Хотя столиков было много свободных. Стал интересоваться, что я делаю, зачем это делаю. Ну, такие вопросы раздражают зачастую. Но поскольку он спросил разрешения, я стал отвечать. Хотя в конце дня, после очередного пробега, наступает какая-то усталость, и не до бесед, не до разговоров. Но у него не вызвало особого интереса, или, скажем так, критические замечания появились по тому, чем я занимался, перебрасывал видео и так далее. Ну, видно было, что человек со своей такой харизмой определенной считает, что он все знает, все умеет, все правильно делает. Ну, в общем, вот такой возраст, ну, у него примерно лет 45. Молодым его не назовешь, но и пожилым тоже назвать, язык не поворачивается. Вот такой средний, я бы назвал, золотой возраст. Ну, Бог с ним, у каждого свои есть особенности. Все мы не ангелы, все мы не без недостатков. Поэтому так вот, шатко-валко шла беседа. Стал интересоваться, как я отношусь к Платону. Я ответил, что я поддерживаю эту инициативу, поскольку деньги идут на ремонт, на строительство дорог. Вот это вызвало у него нервно-негативную реакцию. Я сказал, что это деньги идут на ремонт дороги, поскольку не успели сделать дорогу, появляется колейность. Вот. А колейность это вызвана не маленькими машинками, а вот большими грузами, большинство которых идет с перегрузом. По официальным данным, 40% идут с перегрузом, а по неофициальным данным до 70%. Ну ладно, Бог с ним. Вот вы говорите профессионалы и так далее, и так далее, и так далее. Я повторяю, что да, это люди высокого профессионализма, мужества, отважные ребята, трудяги. И, как говорится, перед ними снимаю шляпу. Но вот такой собеседник, который оказался у меня на привале, я скажу, что он за полтора-два часа, который еще сидел со мной за столом, пока я не закончил обработку видео, выпил, вы не поверите, бутылку водки. Время было местное, уже часов, наверное, 12, может быть, чуть позже, уже чуть больше, может быть, час ночи местного времени. Утром ему садится за руль, а в нем пол-литра водки. Извините, как назвать вот его? Можно назвать его профессионалом, там, я не знаю, вызовет такой человек уважение у вас или нет? У меня такие люди уважения не вызывают. Мало того, что он сам подвергает себя опасности, он подвергает опасности
жизни маленьких автомобилей, в которые может ехать семья, там, я не знаю, женщина за рулем, может быть, новичок. Вот этот с пьяных глаз, с похмелья, что у него там, пройдет, что ли, похмелка за 4-5 часов от бутылки водки? И он выйдет на трассу. И вот это уже вызывает чувство не то чтобы неприязни, а вот чувство отвращения к таким водителям-дальнобойщикам. И это, кстати, не единственный случай. Не единственный. Таких случаев я наблюдал вот на привалах несколько. В основном-то я не хожу по этим кафе, по столовым, пищу не принимаю, питаюсь тем, что беру с собой в дорогу. Для этого у меня есть все необходимое, чтобы в салоне автомобиля приготовить себе покушать. Но таких людей немало. И поскольку вот здесь движение, наверное, не контролируется, или почему-то вот так вот позволяют себе вести вот эти вот так называемые дальнобойщики. Чего греха таить? Значительная часть из них, я не говорю про всех, большая часть, большинство из них люди уважают, вызывают у меня уважение. Но вот я уже объяснил почему. Но вот встречаются такие вот выродки, которые могут с пьяну, с похмелья сесть за руль и поехать, не зная, что будет дальше в пути. Контроля я вот на трассе не заметил такого особого. И не только вот на этом участке, а по всей России это. И на трассе Амур, как грязи таких водителей, когда 20-25 лет ребята берут с собой бутылку водки, 4-5 бутылок пива и идут спать. А утром, вы сами уже понимаете. Так что на трассе нужно быть предельно осторожным и внимательным. Так, ладно, я там комментирую, но постараюсь перекричать этого говоруна. Значит, с левой стороны по ходу движения населенный пункт Каменные, с левой стороны, с правой стороны поселок, может быть, поселок городского типа Шумиха. Крупный такой населенный пункт, улицы и так далее. Значит, с правой стороны озеро Лебяжье. Так, с левой стороны река. Как же ее прочитать-то? Река Пади. Вот, приближаемся. Так, продолжаем движение, короче, в сторону кургана. Опять немножко, несколько слов про водителей больших грузов, про дальнобойщиков. Львиная, подавляющая доля людей этой мужественной профессии, на самом деле профессионала высочайшей квалификации, высокой квалификации, мной уважаемые, и с почтением к ним отношусь. Но, я говорю, есть вот в семье не без рода, которые могут вести себя неадекватно на дороге, как вот этот, который сидел со мной за столиком. Вот, но мне, например, очень часто помогают дальнобойщики тем, что у них же обзор из кабины гораздо лучше. И вот если они видят, что намереваешься обогнать, он подсказывает
тем, что мигнув левым поворотником пару раз, о том, что встречная полоса занята правым поворотником, ну, предлагает обогнать. То есть полоса свободная. Иногда в темное время суток, но это, например, для тех, кто не знает, если впереди идущие фуры или большой груз вам мигнул два раза аварийкой, но это он просит, чтобы с дальним светом этот, как бы, что вы едете на дальнем свете и слепите его. То есть просит вас перейти на ближний свет. Так, ладно. Подойдем к трассе. Никаких особых изменений на трассе я не вижу. Я имею в виду, вдоль трассы не наблюдаю ни населенных пунктов, ни каких-то поворотов. Ну, двигаемся в обычном режиме. С правой стороны по ходу движения поселок Кушма, ну, небольшой такой поселок, несколько, может, десятка два домов, небольшой, не крупный. С левой стороны по ходу движения река Мороха и речка Чесноковка. Это вот что касается то, что вот на, ну как, ну недалеко от трассы. Справа через километров, наверное, 5, населенный пункт Чесноково. Одноименное название по реке. А так ничего особенного достопримечательного больше вблизи трассы я не вижу. Ну, как вы сами уже можете оценить, состояние дороги хорошее, очень хорошее. И дорожное полотно, и обочина, и разметка. Ну, обочина грунтовая. Кстати, который раз, наверное, скажу, что прежде чем съехать на обочину, нужно быть крайне осторожным. Потому что были случаи, когда, съехав на обочину, я вдруг убеждался, что там такие острые осколки, не камней, а какой-то керамики, какого-то непонятного материала, очень острые. И очень так капитально они как бы впаяны, что ли, в эту обочину. Выдрать осколок очень тяжело. Я пытался сделать для примера вытащить там, чтобы с собой взять, как память, порезал все руки, но это очень опасно, съехав на обочину и пробить, порезать колеса элементарно. То есть нужно быть предельно внимательным и крайне осторожным. С левой стороны по ходу движения озеро Калининское
и Гаврина, ну примерно в километре от трассы. Далее по ходу движения, ну, примерно в километре, может быть, больше немного. Значит, поворот направо к станции Бутырская. Железная дорога. Там находится станция Бутырская. Но это несколько километров до поворота направо. Но по всей вероятности будет дорожный знак. С левой стороны далеко впереди озеро Гладышево, одноименный населенный пункт Гладышево, озеро Белое. То есть достаточно много озер, не знаю, насколько они зарыбачены, но озера есть, и озер немало. По карте видно, что лес слева и справа от дороги. Что-то я разговорился слишком с утра. Ну, вот сейчас совсем близко, с левой стороны озеро Белое, но его за деревьями не видно. Далее, по ходу движения с правой стороны, населенный пункт Островное и одноименное название озера Островянское. Далее, поселок Мишкино будет... перекресток. Ну, сначала будет поворот, ну а далее будет перекресток. И обе эти дороги ведут к поселку Мишкино. Там же железнодорожная станция. Движение, условия вполне комфортные. Думаю, и зимой здесь можно ехать без проблем.
деревья прикрывают от ветра, от бокового ветра. Ну и надо полагать, дорогу чистят. Напомню, что сейчас комментирую 21 сентября. Это 3 дня 21, 22, 23, по-моему, сентября. Это период новолетия по славянскому летоисчислению. Новолетие. 7526 новолетие. Новое лето. Поздравляю всех славян с этим событием. Далее по ходу движения с правой стороны населенный пункт Восход, Восточное, озеро Сухое. Это с правой стороны по ходу движения примерно в 5 километрах, может чуть больше, а с левой стороны по ходу движения населенный пункт Сладкокарасинское. Сладкие караси, наверное, так. Движение вполне приемлемое, и полотно дороги, и горизонтальная разметка, и интенсивность движения. Движение вполне комфортное. Особо не достают вот эти скрытые камеры. Радар-детектор помалкивает. Но должен сказать, у меня начались серьезные проблемы здесь с навигатором. Зарядку он уже не принимал от бортовой сети, и пришлось ехать на том заряде, который на нем оставался. Должен сказать, что X-Play навигатор меня здорово подвел в эту поездку, в этой поездке. Далее в кургане я перешел на новую, вернее, уже проехав курган, был вынужден перейти на резервный навигатор. То есть на планшете у меня установлен MapMe, навигационная система, и я уже двигался по ней. Но навигатор X-Play с Navitel здорово меня подвел и очень сильно расстроил. Наверное, отдам его в ремонт и буду с собой возить, как на всякий случай.
но пользоваться больше навигационной системой, вот X-Play я не буду. С правой стороны по ходу движения, ну, примерно в километре, может чуть поменьше, проходит железнодорожная ветка. Далеко впереди, с левой стороны по ходу, озеро Боярское. Ну и далеко впереди, с правой стороны, населенный пункт Юргамыш. Далее, ну там станция одноименная Юргамыш, поселок Ильинка и Пермяковка, ну это деревня, надо полагать. Но это далеко впереди. Достаточно много озер разной. Разной величины. Радиообмен умеренный. Ну, день начался, ребята выехали на трассу. Далее, с правой стороны по ходу движения, населенный пункт Юргамыш. Но и далеко больше ничего такого я не вижу. Редкая лесопосадка, то есть небольшие кусты, невысокие деревья. Итак, далеко слева и справа по ходу движения. Дорога временами горлышко. Ну вот. Дорога временами гармошка, то есть потряхивает. Ну, наверное, еще руки не дошли.
Ну вот работает радар-детектор. Где-то что-то стоит. Вообще его назвать эту дорогу бесконтрольной, язык не поворачивается. То есть наблюдение ведется скрытое. Радиорадары стоят, скрытые радиорадары. Но и, по-моему, там машинки ездили. Видать, еще слишком рано. Но обычно есть небольшая торговля. Но это вблизи населенных пунктов. Вот на таких открытых участках трассы, где вдоль дороги ничего нет, я имею в виду населенных пунктов. Но тут, конечно, торговли нет. А ближе к населенным пунктам люди выходят, продают. Продают дары своих огородов, своих садов. Вот. Ну и зачастую, даже в большинстве случаев, торгуют турецким товаром. Далее по движению, повторю, что с правой стороны проходит железнодорожная ветка, станция Рождественка, чуть дальше станция железнодорожная Зырянка, это с правой стороны по ходу движения, с левой стороны по ходу движения будет перекресток, вернее пересечение с дорогой, ну, перекресток, скажем так, которая ведет с левой стороны новая Заборина. Новая Заборина. Ничего достопримечательного больше я не вижу на этом большом отрезке. Но на трассе стоят автобусные остановки, ну это автобусное сообщение, вот по всей вероятности это Новая Заворина, там с Рождественской, ну, с проехавшими населенными пунктами, такое сообщение, автобусное сообщение. Радар-детектор.
комментирую, просматривая видео. В реальном времени, но поскольку оно будет ускорено в 3 раза, приходится протыкивать трассу, чтобы как-то вот в 10-минутный ролик прокомментировать за 3,5 минуты. Впереди по ходу движения населенный пункт Сычева, Китовский район. С правой стороны по ходу движения станция Логовушка. Логовушка с одной стороны, с другой стороны Логоушка. В общем, как правильно, не знаю. Сычевский сельсовет. Китовский район. Это то, что с правой стороны по ходу движения. Но она более-менее, правая сторона, обжита, по всей вероятности, потому что там проходит железная дорога. И достаточно много вот этих станций небольших. Какие поезда там останавливаются, не знаю. Но, по всей вероятности... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Связь осуществляется и по железной дороге. Автобусное сообщение и... железнодорожная. Заправочными станциями дорога не избалована. Поэтому нужно рассчитывать. Надо рассчитывать топливо, чтобы хватило до заправки, от заправки до заправки. Я бы не сказал, что она вообще без заправочных станций, но не очень часто, не то что в Центральном федеральном округе. Тут небольшой заторчик, это ремонт дороги опять. С левой стороны крупный населенный пункт Введенская. Это будет с левой стороны, но впереди будет перекресток, повернув налево. Это, если повернуть налево, то поселок Введенская. Поселок городского типа, я не знаю, но достаточно много домов. Далее с правой стороны будет речка Черная. По-моему, самое популярное название в России. Очень редко встречается река Белая, но очень часто река Черная, по-моему, в любой области. Их не одна, даже несколько, может быть. Самое популярное название.
Ролики 10-минутные, но поскольку видео будет ускорено в 3 раза, приходится вот так вот прыгать от ролика к ролику, чтобы более-менее привязать к реальной картинке. Так, с левой стороны, походу, движение почти вплотную к дороге озера. Озеро Горелое. Поворот направо. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Прозевал, какой поворот направо. Населенный пункт какой-то, ну бог с ним. Это не... важно. Постоянно работает радар-детектор. Говорит о том, что идет сплошное наблюдение за дорогой. И на скорость, и на обгон. Впереди недалеко железнодорожный переезд. То есть железная дорога уходит влево. Ограничение 70. Вот с правой стороны дальше по ходу движения за заправкой. Но по сути мы уже находимся в городе Курган. В городе Курган с правой стороны он по ходу движения. Из Кургана есть 2 пути на восток. Первый – это взять на кольце влево, уйти на Омск, вот, или же проигнорировать и проехать прямо. И опять-таки можно через Бердюжье попасть... Ну, попасть в Омск. В общем, 2 пути. Я выбрал левый путь. На кольце повернул налево по указателю в сторону Омска. Ну, можно было ехать и прямо. Хотелось посмотреть Бердюжье, насколько оно изменилось, но вот решил все-таки взять направление на Омск. Thank you.
Ну, дорога на Омск, она более такая живописная, более красивая, нежели если ехать в сторону. Ну вот по ходу движения беру с правой стороны. Город Курган. Круговое движение направо в город Курган. Дальше есть дороги, перекрестки тоже в сторону Кургана. Справа по ходу движения проехали озеро Левашово. С правой стороны по ходу движения населенный пункт Рябково. Опять речка Черная, озеро Черное, самое популярное название. Красивое название слева озера Голубые озера. Голубые озера называется. И параллельно трассе идет река Ик. Ограничение 70. Но вот тут была небольшая стоянка. На которой я убедился, что навигатор сдох основательно. Впереди город. Ограничение 60. Ну вот поворачиваем в сторону Омска. Если бы двигался прямо, то, я говорю, можно было проехать к Омску через поселок Бердюжье. Кстати, очень красивое место. Ну вот, знаки показывают все. С правой стороны, по ходу. Так, ладно, с правой стороны по ходу движения озеро Черное. Ну вот, это работает радиолокатор. Дорога там, конечно, похуже, чем вот дорога на Омск, которую я сейчас взял и двигаюсь в сторону Тюмени. Но там дорога немного покороче, но, говорю, она в сплошной колее по старой памяти, как помню.
большая колейность, сильная колейность. Поэтому предпочел вот ну, более такую дорогу лучшего качества. Хотя, возможно, там уже дорогу и отремонтировали. Она, говорю, покороче, но качество, конечно, похуже. Ведется наблюдение за движением на дороге и фотофиксация. Ну вот, временами видно, какая великолепная дорога в сторону Тюмени. Тюмень, Омск, я имею в виду это вот направление. В Омск через Тюмень. И через... Ну, через Тюмень, Ишим, или же через Бердюжье. Впереди по ходу движения населенный пункт Редькино, с правой стороны Галкино второе, Передергино, Подеринское населенные пункты. С правой стороны также по ходу движения Русакова, Кошкина, Борки. Это населенные пункты. С левой стороны озеро Куян. Красивая живописная трасса. Ну, дорожное полотно тут получше, чем через Бердюжье. Там было очень интенсивное движение по трассе через Бердюжье, поэтому дорогу разбили, колейность сильная была, движение достаточно интенсивное, дорожное полотно не выдержало. Была замечательная трасса, но появились колдобины, появилась колейность, и поэтому предпочтение лучше всего отдать вот из Кургана в направлении Омска-Тюмени. Но я в Тюмень заезжать не буду, буду искать варианты уйти на трассу Тюмень-Ишим. Вот. Водители встречных автомобилей иногда мигают фарами, предупреждая о том, что на дороге стоит ГИБДД. С правой стороны по ходу движения озеро Белое, населенный пункт Гагарье, Малый Заполой,
Большой Заполой. Вот такие названия. От дороги примерно, ну, в нескольких километров, может быть, 3 или 4, проходит река. Как же она называется? Река Тысячная. Но там много рек. Вот. В общем, рай для рыбаков, для охотников. Чуть подальше, ну, примерно в 2-3 километрах, с левой стороны населенный пункт Ачикуль и одноименное озеро. По всей вероятности, думаю, с трассы его будет видно. Сейчас посмотрим. Нет, деревья идут, невысокие деревца. А, нет, видно, вон мелькнула поверхность озера. Это озеро Ачикуль. Озеро Ачикуль. Вот, повернул в сторону камеру, чтобы можно было рассмотреть. Ну, наверное, видно. С правой стороны по ходу движения тоже озера, реки, населенный пункт Нижнетобольная, населенный пункт Охотина. Опасность. Ограничение 90. И населенный пункт Корюкина. С левой стороны далеко населенный пункт Полевое. Ну вот правый поворот на населенный пункт Белозерская. Там же находится река. Ну, чуть дальше Тобольчик. Ну и небольшие населенные пункты типа Масляная. Ну такие небольшие населенные пункты. С правой стороны примерно через 4-5 километров и на удалении, ну, может быть, 1,5-2 километров, озеро Лебяжье. Озеро Лебяжье, там же находится населенный пункт, небольшой поселок Куликово. Это с правой стороны по ходу движения. Ну, с левой стороны далеко по ходу движения населенный пункт Доможирово. Ну, это населенные пункты, там несколько домов. Это я вот ругаюсь на навигатор. Все пытался его реанимировать как-то. Ну, на этом я заканчиваю комментировать серию.
до следующей серии.